Ладно, вот об этом я и говорил. Грей, ты тормозишь правой рукой. Это только направляющая рука. Не тормози. Спокойно, спокойно. Ну давай, что ты там как старуха копаешься? Очень смешно, очень. Ну ладно, я полагаю, вы уже поняли, что борьба за выживание — это серия проблем. Каждый день будет новой проблемой, верите мне. Вы все хорошо поработали, но нам остается еще одно упражнение. Оно начинается на вершине вон того дерева. Называется ветряная воронка. Это может казаться невозможным, но это не так. Кто бы хотел быть первым? Ну что ж, я полагаю, придется показать молодежи, как это делается. Хелл, ты настоящее животное. Не-не-не, подожди. Я еще не готов, я не готов. Хелл, просто наклонись вперед и дай ветру сделать остальное. Давай, Хелл, давай, не бойся. У тебя получится, Хелл. Он покойник. Ну давай, Хелл, я боюсь, я по-настоящему боюсь. Хелл, это не так опасно, как кажется. Ну давай, держись за веревку. Я весь дрожу. А ты не думай, не думай, просто сделай это. Ну ладно. Ладно, дай мне секунду. Раз, два, три. Молодчина, я же говорил, у тебя получится. Ну как ты себя чувствуешь, Хелл?